Теперь мы включаем на блогерское настроение. Что тебя, наверное, очень сильно радует, да? Ну что, да. У нас гарри-поттеровская вечеринка. Как мне самим написать? Какое твое будет заклинание? Империус. Хочешь принудить кого-то что-то сделать? Да. Накормить чай, нас чай с и... Ну это тоже неплохо. А я, которая останавливает время. О, нет, есть, которое произносишь, и сразу все вещи на свои места становятся. Как оно называется? Порядокус. Угу. Perfect! Было непонятно, кто это. Давай. Да, мы сейчас перемешиваем. Мы должны по-хорошему перемешать, чтобы каждый вытянул. Ты как-то странно перемешиваешь. Ты запомнил? Ты не запомнил все равно. Просто надо будет достать это, и все. От два, три. Ха-ха-ха. Луна! Я как to run. А ты с Аля Гарри Поттер. Поняла. Аля Гарри Поттер. Аля Малфо. А я что могу? Я могу 3 раза за игру вычесть один из значений своего кубика. А Женя кто? Мне можно прибавить. А Женя Малфой? А Женя может нас всех откинуть. О, я могу перекинуть значение своего кубика. Ты мой счастливый кубик. Один. Ура! Я перекидывать не буду. Так себе ты счастливый. Ну, буду стоять. Так, как мы видим, победитель Елизавета. Та-дам! И она получила приз в виде мантии. Невидимки, так что я сейчас испарюсь. Раз. Чудо монтажа. Три! О-о! Какие-нибудь такие цвета из Гарри Поттера. То каком факультете? Ты про да, это? Да, да. Зелененькие, у меня почти зелененькие. Надо было мне зеленая майка есть. Но на этом подарки не заканчиваются. У нас еще подарочки. За игру в квест. Что у нас здесь? Наклейки? Надеюсь, ты наклеишь куда-нибудь. Хогвартс. Та-дам! А теперь мы будем вкусно ужинать и смотреть Гарри Поттер. Тисовая улица. Сейчас еще, может, переводчиком для меня? Сейчас мой столик выглядит вот так вот. Хочу навести порядок в первую очередь и немножечко подготовить данный уголок к осени. Поэтому буду сейчас убираться и немножечко декорировать его. Для осеннего декора я немного захотела сократить количество
предметов на столе, а также постелить скатерть. И сейчас буду смотреть, что получится. Единственная, правда, сложность в том, что я не знаю, какую выбрать картину. Вот эту или же вот эту. Но вот это очень мне нравится, как со свечами рядышком смотрится. Поэтому сейчас попробую и посмотрим, что из этого получится. Себе свечи на Wilderies. И сейчас мы их обязательно поставим сразу же в подсвечник. Та-дам! На самом деле они более зеленые. Здесь, конечно, освещение показывает их немножко иначе. И в этой прекрасной осенней обстановочке я сейчас буду готовить шарлотку. Возможно, еще включу сериал или музыку, а возможно, после. И встретимся вместе чуть-чуть попозже.